Когда-то водичка Невская такой была чистой, что годилась даже для питья. Сейчас, конечно, это верится с трудом. Но в 18 веке эту воду развозили по городу в бочках белого цвета. И тогда все знали, белая бочка – водичка чистейшая. Из Невы. Но время прошло, ситуация, к сожалению, изменилась к худшему. Сейчас здесь официально даже купаться запрещено. А уж пить Невскую воду в наше время вам точно никто уже не посоветует. Посмотрите, сегодня действительно необычайно жаркий день, но почти нет желающих окунуться в Невскую воду. Хотя на самом деле здесь купаются даже зимой, несмотря ни на какие запреты. Вот здесь справа на углу стен крепости собираются питерские моржи, любители зимнего плавания. Справа на Рыжкин гостевом крепости, он с флажной башней, видите, развивается крепостной флаг. Вот оттуда с Нарышкина бастиона каждый полдень стреляет пушка Петропавловки. Там стоят две пушки, одна запасная, на всякий случай. Стволы их орудий направлены вправо, в сторону Финского залива. А не в сторону Зимнего дворца, как это было всего несколько лет назад. Вот посмотрите, справа в акватории Невы стоит корабль, которому суждено завтра ночью сыграть одну из главных ролей в празднике наших выпускников. Это ведь корабль капитана Грея. На самом деле это шведский бриг, который в нашем празднике будет принимать участие уже четвертый раз подряд. Алые паруса, которых сейчас практически не видно, к сожалению, вот вчера был момент, когда их натягивали. Они действительно необычайной красоты, 16 парусов площадью 750 квадратных метров, но, как говорят, они непрочные, на них нельзя выйти в открытое море, и сделаны им только для праздника. Сегодня, кстати, будет ночью репетиция праздника, но что на ней будет, никто не знает. Наверняка не копия завтрашнего праздника. История этого праздника восходит еще к 1969 году. Тогда главным режиссером его был сам великий Товстоногов. Ну, до 79 года проводили, а потом на долгие годы забыли. И возродили алые паруса не так уж давно, в 2005 году. Мы с вами подходим к Троицкому мосту. Это подарок городу к 200-летию. В мае 1930 года было открыто движение по этому мосту. Строился французской фирмой «Батиньон». А в разработке проекта принимал участие знаменитый французский архитектор Эйфель, автор Эйфелевой башни в Париже. И до сих пор мост часто называют родным братом Эйфелевой башни. Он разводной, как почти все мосты, переброшенные через Неву, кроме одного – Вантрова. Разводят наши мосты во время навигации. Она обычно начинается в апреле, длится иногда почти до зимы, до конца ноября. Из-за навигации лоцманская служба «Волга-Балта» обеспечивает пароход попадателей восстания около 7 тысяч крупных судов. То есть за одну ночь получается примерно 25-30. Вообще разведение мостов в Петербурге красивое зрелище, тоже обязательно придите посмотреть. Но учтите, если скорость ветра превышает 18 метров в секунду, объявляется штормовое предупреждение, мосты совсем не разводят. Так было буквально несколько ночей назад. Кто-то поехал на теплоходе смотреть, как мосты разводятся, а их не разводили. Такое тоже бывает. Завтра Троицкий мост будет разведен предположительно с 9 вечера до 5 утра. Но данные предварительные, пока еще не точные, что-то может измениться. Площадь. Первая площадь города. Здесь строился Петербург под прикрытием Петропавловской крепости. К сожалению, с петровских времен здесь не сохранилось ни одной постройки. Маленькая часовня с золотым куполом появилась несколько лет назад, как память о Троицкой церкви, которая когда-то здесь стояла. А вот саму Троицкую церковь просто взорвали еще в 30-е годы прошлого века. Мечети больше повезло, но мечеть это уже начало 20 века постройка. Создавали ее к 13-му году. Тогда отмечали 300-летие правления династии Романовых. Так что в этом году было бы 400-летие, а здание мечети исполняется ровно 100 лет. Огромный парусник с левой стороны – это плавучий ресторан «Благодать». Но ресторанов на воде у нас, конечно, достаточно в акватории Невы, причем в самых разных. Слева по борту небольшой особняк с темными куполами и российским флагом. Он строился для дяди Николая II, великого князя Николая Николаевича. В семьях российских императоров, начинающих с Николая I, это 19 век, было принято детям к совершеннолетию или ко дню свадьбы дарить дворец. На эти цели, начиная с рождения ребенка, откладывалось из казны по 1 миллиону рублей. И до сих пор в Петербурге сохранилось большое количество бывших уже, конечно, великокняжеских дворцов.
Поэтому в советское время довольно часто звучал марш Мендельсона. Здесь был дворец бракосочетания, правда, в основном для иностранцев. Сейчас здесь полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе. От левого берега отвлекитесь, посмотрите на правый. Справа знаменитая ограда Летнего сада. Легкая, прозрачная, воздушная. О ней очень много написано и в стихах, и в прозе. Именно о ней Анна Ахматова напишет. Я к розам хочу, тот единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград. Но появилась эта ограда не при Петре, уже при Екатерине Великой. Тогда же и набережную одели в гранит. И когда создавали эту ограду и набережную, его оттеснили почти на 30 метров. Настолько Нева тогда уже стала. И вновь смотрите на левый берег. Здание с надписью на крыше Сбербанка России, это, конечно, советского уже времени постройка, 60-х годов. Несмотря на невзрачность фасада, дом до сих пор называют «Дворянское гнездо». Здесь тогда жили очень многие деятели музыкального и театрального искусства. Перед этим зданием слева небольшой сквер. Далековато, конечно, но все-таки налево посмотрите. Постарайтесь в самом центре этого сквера разглядеть низенькое здание с зеленой крышей. Ну и хотя бы знаете, что есть оно там в этом сквере. Первый домик самого Петра Первого. Вернее, деревянный домик Петра, он еще меньше, он внутри каменного футляра. Вот прошло уже больше 300 лет, он до сих пор в прекрасном состоянии. Вот здесь сейчас там работает, маленький, но очень уютный. Он так и называется, домик Петра. Тоже филиал Русского музея. Здание с надписью на крыше «Мегафон». Еще в конце 30-х годов прошлого века здесь стали строить гостиницу «Интурист». Но война спутала все планы. Строительство затянулось, сдавали дом уже после войны, причем как жилой. Квартиру в нем получили тогда семьи моряков. Вот до сих пор его так и называют – «Дом моряков». Хотя давным-давно не только семьи моряков здесь живут. А вот огромные скульптуры на крыше, посмотрите, они действительно огромные, высотой в 2 этажа. Потом сталинские, потолки здесь почти по 3,5 метра. Вот эти скульптуры с того же, уже после военного времени, сохранились просто чудом. Таких домов у нас в городе осталось очень мало. Считанные единицы. Впереди мост Литейный, это второй по времени постройки, постоянный мост, переброшенный через Неву. За Литейным мостом Нева имеет наибольшую глубину – 24 метра. А ее средняя глубина – 8-10 метров. Вот примерно столько, около 10 метров, как раз сейчас под нами. Скорость реки оцените сами, метр в секунду, примерно 3-4 километра в час. Не очень велика Нева по протяженности – 74 километра. Это действительно считается совсем немного, и примерно 30 в черте города. Но она очень многовольна. За год несет в себе воды столько, сколько Днепр и Дон, причем вместе взяты. Когда-то шведы эту речку называли Нью, новая река. Нынешним названием она обязана озером, из которого вытекает. Но в древности Ладожское озеро называлось Неву, морской залив – море. Но наверняка те из вас, кто знает, где стоит наша Аврора, уже на нее смотрят, но мы к ней подойдем ближе, я о ней расскажу, но чуть позже. Пока смотрите вперед, впереди с левой стороны Пироговская набережная. Светлое протяженное здание, которое по набережной уходит почти до Литейного моста, принадлежит военно-медицинской академии. Академия – это целый медицинский городок. Он занимает 3 квартала. Сам Пирогов, великий русский хирург, Николай Иванович Пирогов почти 15 лет в Петербурге прожил. И, конечно, набережная не случайно, именно его фамилия носит. Слева здание гостиницы «Санкт-Петербург». Правда, реклама «Самсунга» и «Ростелекома» видна значительно лучше, чем название гостиницы. Называлась «Ленинград», строилась-то в 70-е годы прошлого века. Тогда, в советское время, Сергей Спиранский за проект этого здания государственную премию получил. Настолько высоко его работу оценили. Сейчас здание многим не нравится. Считается, что оно портит вид Пироговской набережной. И есть даже планы его сноса. Но если действительно будут сносить, что появится на набережное место гостиницы, лучше или хуже, сложно сказать. Но уже есть чем сравнивать. Вы посмотрите, за гостиницей, там, где Ростелеком написано, уже стоит не так давно построенное здание. Жилое. Есть у него официальное название – Монблан. А вот этот Монблан тоже официально признан уже градостроительной ошибкой. Но сносить эту ошибку градостроения, конечно, никто уже сейчас не собирается.